Мне в бой идти охоты вовсе нет. Я молодой, совсем безусый парень, но я одет, как все, в бронежилет. Готов понюхать пороха и гари. Я в БМП спешу не налегке, во всем своем военном снаряжении, и автомат сжимаю свой в руке, как будто в нем одно мое спасение. Смотрю в лицо на сверстников своих, им говорить друг с другом неохота. Кому-то жребий выпадет из них, остаться там в горах за поворотом. Кому из нас всех больше повезет, кто будет жить своим последним боем и вспомнит всех друзей и вертолет, и счастье миг, когда он стал героем. Мне мысли их нетрудно не понять. Возможно, кто-то думает о доме и вспомнил вдруг отца, сестру и мать. Последний взмах руки на аэродроме. Я для себя не нахожу ответ. Все всматриваю в жмурящие лица, но я одет, как все, в бронежилет. И худшее со мною не случится.